На днях 39-летнем жителе Чуропчи Нергуне Филипповой, который сделал своими руками омолаживающий аппарат, заговорил весь мир. В соцсетях люди говорили, что наконец-то произошло чудо, о котором человечество давно мечтало. И мы решили воочию убедиться в том, что аппарат действительно работает. И встретились с изобретателем. Вот этот аппарат, который имитирует изолятор молнии, каменный уголь. Вот, она состоит из генератора высокого напряжения. Вот это умножители, который выдает каждая по 27 тысяч вольт, и общая напряженность составляет 110 тысяч вольт. Нергун в свое время закончил курсы телемастера, оператора ИВМ, работал техником медицинских оборудований в районной больнице и телеоператором местной телестудии. Все эти навыки и умения пришли в помощь на создание молодильного аппарата. Вот, насыщается водородом. После этого этот водород будет проникать в организм человека. 2 года назад Нергуном заинтересовались журналисты из Германии, которые снимали фильм про трассу Колыма. Они узнали о чуропчинце из книги польского журналиста и сняли разработки якутянина. Фильм посмотрели за рубежом. Среди зрителей сама канцлер Германии Ангела Меркель. Показал им все, как она работает. И они сказали, что сделают еще отдельный фильм про этот аппарат. Сам народный изобретатель умелец хочет сотрудничества с институтами и учеными над дальнейшей разработкой омолаживающего аппарата. Роман Дмитриев, Чуропчинский, Улус.